Приветствую! Перед началом хотелось бы напомнить, что приложение уже доступно для загрузки в Google Play. Ссылку оставим в описании к этому видео. А в этом ролике мы решили попробовать проверить показатель точности расчетов, проведенных в ручном режиме мобильного приложения SpeedExpert. Для этого мы отыскали видеоролик с YouTube-канала Euro NCAP, европейской программы оценки новых автомобилей. Ссылку на этот канал мы также оставим в описании. На указанном ролике эксперты, разгоняя внедорожник Volvo, имитируют дорожно-транспортные происшествия, после чего оценивают их безопасность. В нашем случае мы используем только часть видеоролика, где автомобиль на скорости 50 км в час сталкивается с бетонным препятствием. Наша цель – провести расчет скорости движения автомобиля с помощью программы SpeedExpert и посмотреть, насколько близки будут результаты к 50 км в час. Итак, взяв за основу габаритную длину транспортного средства, были нарисованы две линии и указано расстояние между ними. Эту информацию мы отыскали в сети интернет из открытых источников. Далее мы включили счетчик и покадрово просмотрели видео до момента, когда точка заднего габарита переместилась к переднему. Останавливаем счетчик, нажимаем кнопку «Рассчитать», и, как результат, программа с отличной точностью определила скорость автомобиля, которая соответствует значению, указанному в ролике. Надеемся, вам понравилось видео. Ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь на наш канал.